Всем привет! У UFC кроме фанатов есть и хейтеры, но на этот раз дочь Дана Уайта, а не UFC, стали объектом стрёмных сообщений. Дана решил выяснить, кто же автор этих угроз. Некий человек угрожал сексуальными домогательствами дочери Даны. Пользователь с именем Брэндон Бендер, отметил босс UFC и пригрозил переспать с его дочерью. Уайт призвал своих подписчиков помочь ему найти этого мерзавца. Кто-нибудь из вас знает этого мерзкого куска дерьма? Если да, пожалуйста, дайте мне как можно больше информации о нем. Он хочет внимания, он его получит. Друзья, теперь наш промокод от 1X дает бонус аж до 25 тысяч рублей на первый депозит. Но уже завтра нас ждет групповой этап чемпионата мира по футболу. Сразу два крутых матча. 18:00 Франция, Дания, и второй матч в 21:00 Аргентина, Мексика. 1X — это пополнение без комиссии, регистрация без паспорта, ставка без риска и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, выбирай своего победителя матча. Ну а я напомню, что с нашим промокодом AAMMA вы получите бонус до 25 тысяч рублей на первый депозит. Уайту не потребовалось много времени. Страницу автора угроз успешно вычислили, и вскоре Дана поделился важной новостью. Мы его поймали. Источником сообщений с угрозами якобы был 35-летний боец ММА Брэндон Бендер, который провел 14 боев. Дана отправил жесткое предупреждение Бендеру. «Пошел ты, кусок чертового дерьма! Я иду за тобой, м***ак! Ты, м***ила, угрожаешь моей 16-летней дочери!» В течение нескольких часов Уайт удалил посты, связанные с этим. Пока не ясно, планируют ли Уайт и его семья подавать в суд на Бендера после этих сообщений. По словам фанатов, в комментариях Бендер работал в одном из спортзалов, связанных с UFC. Дана Уайт показал, что он не из тех, кто будет молча отсиживаться, особенно когда дело касается его ближайшего окружения и его семьи. Можно с уверенностью сказать, что теперь общественность поняла, что преследовать Уайта и его семью – не самая умная мысль. Спасибо СМИ и очень большое спасибо правоохранительным органам. С днем благодарения всех, сказал Дана Уайт у себя на странице. У Даны, друзья, трое детей – Эйден Уайт, Дана Уайт III и Саванна Уайт. Как вам поступок Даны, как отца? Пишите, как бы вы поступили на его месте. А мы скоро увидимся. Пока-пока.